Чествуют выдающихся выпускников. Музей 15-й школы пополнился новыми экспозициями о достойных уважения муромлянах. Подробности в сюжете. Арина Старченко сегодня в роли экскурсовода. Одиннадцатиклассница рассказывает младшим ученикам о выдающихся выпускниках пятнашки. Говорит, своих героев нужно знать в лицо. Я очень рада, что у нас, у учеников 15-й школы, есть такая возможность побывать в нашем школьном музее, рассмотреть все данные экспозиции, потому что я как музыкант очень довольна тем, что открыли экспозицию, посвященную лучшему преподавателю детской музыкальной школы номер 3. Эта экспозиция очень промотивировала меня, и мне бы очень хотелось через много лет также посетить школьный музей и увидеть, например, свое лицо на этих экспозициях. Наш микрорайон Центральный и его люди. Школьный музей открылся 8 лет назад. Уже представлено 12 экспозиций. В этом году музей пополнился стендами о 3 достойных выпускниках. Преподаватели детской художественной школы Анне Смысловой, учителя музыкальной школы номер 3, Человеке года 2018 Наталье Левиной, а также у руководителя городской акции «Синий платочек» племянницы мужа знаменитой Клавдии Шульженко Надежде Мориной. Открытие новой экспозиции – это большой праздник с приглашением большого количества гостей. И мы считаем, что вот именно такие праздники позволяют привить детям любовь к родине, воспитать патриота. Каждый год музей пополняется новыми материалами. В ближайшее время планируется открытие еще 2 экспозиций, посвященных заслуженному учителю России Валентине Антоновой и главному врачу Муромской детской больницы Татьяне Певикиной. Мария Жукова, Николай Младенов, Новости Муром.